Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре хочу представить вашему вниманию и порекомендовать вот такую поясную сумку, как я ее называю, сумка мотоциклиста или сумка блогера, или сумка блогера-мотоциклиста. Почему мотоциклиста? Потому что это довольно-таки вместительная поясная сумка, и в нее можно положить все необходимое. Почему блогера? Потому что чем пользуется блогер? Какой-то аппаратурой съемочной, правильно, он постоянно перемещается, свободные руки. И давайте посмотрим, что мы имеем. Мы имеем три нашивных кармана. Один карман центральный имеет молнию и застежку. Два боковых кармана просто на молниях. Дополнительно на боковых карманах есть вот такие вот петли, где можно еще зацепить что-либо за карабин, например, или еще пусть болтается. Я цеплял футляр для очков, можно фляжку какую-то, легкую бутылку, там, ну не знаю, то есть кто на что гораст. Основной отсек самый вместительный, вот посмотрите, у меня две руки туда влазят, я их причем раскрытыми держу. Верхняя часть. Здесь очень интересный такой вот есть вот такой карман сквозной, то есть можно застегнуть, положить что-либо и еще вот это все дело утянуть резинкой, резинка с фиксатором. И последний, ну, такой полупотайной карман, который находится за основным отсеком, то есть это то, что уже ближе всего будет к телу прилегать, тоже на застежке. Здесь уже можно спрятать, допустим, документы, либо какие-то ценные вещи, как я считаю. Скроена сумка очень и очень хорошо, то есть можете сами посмотреть. Я нигде не нашел никаких изъянов, то есть все замечательно, все прекрасно, везде шов ровный, ну, никакой кривизны и рукожопости, как говорится. По поясу резинки нету, но довольно-таки удобная регулировка как с одной, так и с другой стороны. Вот у нас есть регулировочные вот эти вот петли. Обе вот эти нашивки здесь на центральном кармане, они предназначены еще вот под липучку, то есть это ответная часть липучки. То есть возможно какой-то шеврон, может быть светоотражатель и так далее, на что ваша фантазии хватит, можете использовать. Давайте же посмотрим, что мы сможем разместить в этой сумке. Ну, примерно такой набор будет у меня получаться. Экшн-камера. Кладем большой, огромный центральный карман. Вот он там свободно лежит. Запасные аккумуляторы и зарядка для экшн-камеры. Можно сюда, можно в боковой. Фотоаппарат. Еще один боковой карман. Главный отсек, ну допустим, вот у меня есть огромная визитница, мои документы, автомобильные документы, телефон. Все это свободно умещается здесь. Задний отсек, ну допустим, кошелек, ну допустим, повербанк. И заметьте, это все было не напихано, а просто разложено. Как я и говорил, еще дополнительно я цепляю чехол с очками. Например, вот сюда. И еще есть место для всяких мелочей, которые можно навесить, которые можно прилепить, которые можно вот здесь как-то еще положить, поджать. И в итоге мы имеем вот такую компактную сумку на пояс. Предложения на Алиэкспрессе не ограничиваются одной лишь только этой моделью, поэтому в описании ссылку я дам на различные сумки. Вы можете выбрать ту модель, которая вам больше понравилась, которая больше подходит, потому что все размеры, все есть. Поэтому реально рекомендую к приобретению расцветки разные модели, разный функционал, разный. Выбирайте. А на этом мой мини-обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.